Чувашии сейчас играют в хоккей все от мала до велика. В прошедшие выходные на лед Чебоксары-арена вышли объединенная команда органов государственной власти и администрации столицы. Праздничные выходные органы власти и столичной администрации решили провести с клюшкой в руках и показать свою физическую подготовку. Красные и синие, а именно в такие цвета, поделились объединенная команда Кабинета министров, Госсовета, администрации главы республики и команда администрации города Чебоксары. В товарищеской встрече все настроены только на победу. Команда боевая, но игра сложная. Их много людей, молодые люди. Ребята хорошо бегают, сильно. Не успеваем пока вот никак. Сейчас перестроимся и постараемся выиграть. Тут просто мы друг друга проверяем и надеемся только на лучший исход для обеих команд. Победит дружба. Поистине мужской вид спорта набирает популярность не только у юных спортсменов Чувашии, но и у взрослых. Ну а командная игра закаляет характер и силу воли. Это важное мероприятие, которое нам помогает соревноваться в спорте, они помогают сплачиваться, друг друга узнавать, правильно конкурировать, так, соперничать, которое потом складывается в наши трудовые успехи. Три периода по 15 минут. В товарищеской встрече сильнее оказались сотрудники администрации города Чебоксары. Игра завершилась со счетом 4-6. Секрет команды победительницы – насыщенные тренировки и здоровый образ жизни. Мы стараемся два раза в неделю заниматься на коньках, играем в хоккей, но еще раз занимаемся либо лыжами, либо плаванием, либо в тренажерном зале. Три раза в неделю занятия спортом обязательны для сотрудников администрации города. Анастасия Лангина, Сергей Рябчиков, Республика.